Мошенник присвоил участок стоимостью в 14 миллионов рублей. Прокуратурой Махачкалы установлено, что на основании поддельного постановления главы города было зарегистрировано право собственности на участок площадью 800 квадратных метров, расположенный по проспекту Акушинского. По материалам проверки возбуждено уголовное дело о незаконном завладении муниципальным участком кадастровой стоимостью около 14 миллионов рублей. По материалам прокурорской проверки по данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Органами прокуратуры республики продолжаются надзорные мероприятия по установлению фактов хищения государственной и муниципальной собственности.